23 августа 2018 год, Харьков, 16:30 по Киеву, 24 градуса, ёлки-мотаты. Можно было бы поменьше. Я вот думаю, что площадь Конституции, где я сейчас нахожусь, это, наверное, самое богатое на достопримечательности место Харькова. Исторический музей, ну как и положено историческому музею. Чтобы на таком пятачке было сконцентрировано такое количество знаковых для Харькова мест или объектов. Это скрипач на крыше. Опа, убежал. Первый из двух, второй сейчас на стекляшке стоит. Что-то я не пойму. Там дальше сразу видно, вон видно, недалече, дом со шпилем. Одно из чудес, семи чудес города Харькова, дом размером с квартал. Ну и тут пошло помимо самой площади Конституции, которая тоже символом Харькова является вполне официально. Успенский собор. Сейчас покажу Покровский собор. Самое старое здание, сохранившееся в Харькове. И кстати, ну вот здесь буквально за вот этим углом, через пару домов, самое старое жилое здание Харькова поныне сохранившееся. Ну Марк Файв тоже, кстати, достопримечательность. Т-34 это чуть не в каждом поселке стоит, а вот такой трофей от Антанты, доставшийся. Случаи довольно редкие. Ну, идолы тоже аутентичные. Не подделки, не переделки, а вполне себе не с острова Пасхи, а местная. Изюм, по-моему, с изюма. Так, тут у нас Ника. Памятник независимости Украины. Сегодня, кстати, день флага, государственного флага Украины. И дальше идет Покровский собор. Ну вот, не вспомню. 1689, по-моему, год постройки. А за ним вон там прячется Благовещенский собор. Вон он полосатенький. В общем, все в одном месте. Кто в Харькове первый раз, начинать можно отсюда путешествовать.